Ну, сейчас мало людей, на самом деле, фигу знает. Короче, у нас получилось новое. Много велосипедов стоит. Там прохладненько-то хорошо. Тут, блин, плюс 30. Ну, или плюс 28. Пойдем дальше. Туда. Машина ездит. Почти. Мы перехватим дорогу? Пускай проедут, что им мешает. Ну и пусть ездит, а мы пешком. Да я просто знаю, потому что... Она русская? Да. Она ездит, у нее права здесь? Или не по спрашиваю. Международные маленькие пластиковые? Не знаю. Это международные, спросите. Блин. А, здесь, как их называют? Арабские скакуны? Станция называется ADCB. ADCB. Что это значит? Это какой-то местный банк, что ли? Мы проходили, там был АТМ, автомат, типа банка, если я не ошибаюсь. Перфуме. Короче, огромное количество. Мы вчера ходили, я ничего не снимал, потому что вечер был. Темно, во-первых, не видно, во-вторых, еще, блин, телефон отберут, хрен их знает, да? Вот. Ну, говорят, типа, самое безопасное место. О, как интересно, там прям песок и мусорка. Короче, все состоит из песка. Вот. Эксченж будет, в принципе, там были. Ну, вообще в другую сторону я смотрел. Но если увидишь слово эксченж, то... Короче, обменный курс 3,65. Ну, комиссия, 3-5. Чего? Да. То есть? Так, не стоит я возьму, так, 3-5. А разве не в процентах? Нет. А это кто сказал? Она сказала? Да. Тогда нам выгоднее на ресепшн было. Вот. Амбицион. Это банк, наверное? ADCB. Ну, тут непонятно, что это такое. Как? Ну, вот. Холдинг, может быть. Я не знаю, что это такое. Здесь выезды такие, в общем, могут задавить. Хупермаркет. Блин, слушайте, а я... То есть гипер это хупер, ага. Значит, надо правильно говорить не хупер-леджер, а гипер-леджер. Потому что мы же говорим гипермаркет, значит гипер-леджер. Что? Гипер-леджер. Пицца. Папа Джонс. Пицца. Пицца 59 дирхам. Да. Салакот. Господи, что только не придумают. Вот название. О, спа, понятно. Это баня по-русски. Или как его? Релакс. Тайландский. А, кстати, столько рекламы проституток. Ну, там типа запрещено, но, как известно, чем больше запрещено, тем дороже стоит. Вот опять местные воробьи. И местные голуби, кстати. И голуби, как у нас. Кстати, я вообще снимаю. Вроде снимается. Вот, тряпка тут примотана. Ну, короче, живут себе, да живут, жарко. А, вешают простыни, ну, это как бы раньше в старом жилище. Ну, как и везде, как и у нас, на самом деле, когда жарко. Мочат простынь, вешают. Она охлаждается, все это проветривается и прохладненько. Вот у нас, конечно, кондиционер. Ну, мы его выключили нахрен, потому что, во-первых, холодно. Реально. 19,5 градусов, вообще очень холодно. Вот, ночью 22 нагрелось, до 22 градусов. Но я не замерз. Я тоже не замерз и не вспотел. Короче, я поставил кондиционер на 24 градуса.
ну, на тот случай, если, если оно нагреется. А реально, по-моему, оно и не нагреется совсем. Ладно, проверим. Если мы придем и в квартире, блин, где там, в отеле 24 градуса, значит нагрелось больше, чем 24. Так, как интересно, надо карту посмотреть. Мы опять уперлись в какую-то стройку.